Итак, решила записать небольшое видео кому-то для информации. Я вчера смотрела новости и просто офигевала, реально. И у меня началась истерика смеха, потому что она-то уже действительно доходит до абсурда. Реально до такого абсурда, что просто невозможно. В общем, о чем сейчас пойдет речь? Что у меня опять? Мне что с волосами? Опять какая-то хрень. Смотрите, что делать. Я с магазина прибежала, решила записать по быстрому видео. Значит, наш центр по, как он, в общем, CDC, так? Center of Disease Control, то есть центр по борьбе, как они переводятся, по борьбе с заболеваниями. Значит, что они сейчас рекомендуют? Вот это вот у нас, мы вот такие вот маски сейчас одеваем на работе, кому я показывала много раз, да, мы одеваем вот такие вот маски, одеваем очки. Специально я показывала уже видео свое много раз, может пару раз, может немного раз. То есть мы одеваем вот такие вот маски, и еще у нас специально есть такие вот защитные очки, так? То есть сейчас этот центр по борьбе с заболеваниями, что они рекомендуют? Они рекомендуют, значит, вот этот новый вирус мутированный, который в Англии, так? Значит, сейчас 200 кейсов в штате Калифорния. У нас что-то тоже там около 100 или что-то в этом роде. В Вашингтоне, в Орегоне. Поэтому сейчас они рекомендуют носить две маски. То есть, если у вас нет 95-й маски, значит, вы одеваете surgical mask. Это вот эта вот медицинская маска. И еще наверх еще вторая маска. То есть вы вообще просто ничего не... Ну, это абсурд, реально просто на такой степени абсурд. Вы должны теперь носить две маски, если у вас нету вот этой вот 95-й маски каким-то образом. Значит, если вы не можете приобрести, хотя здесь в Америке в каждом практически магазине есть 95-я маски, то есть сейчас рекомендует этот CDC, вот этот центр по борьбе с заболеваниями, да, рекомендует теперь одевать две маски. То есть мы бегаем на работе, я в одной маске вообще реально просто задыхаюсь. Очки эти, которые, да, то есть маска одна, все время потеешь, потому что ты не сидишь, простите, на своей попе, ты работаешь постоянно так. И плюс у меня начинается, значит, головная боль, у меня начинает болеть голова, я стягиваю маску вниз, как, ну, как бы вот по возможности, да, то есть я там куда-то забегаю, там, например, за куда-то, и стараюсь просто ее стянуть вниз, хотя бы немножко подышать, потому что это невозможно, вот представьте, это с одной маской. Что говорит тогда о том, что сейчас рекомендовано уже, то есть эти новости были выставлены вчера на этом веб-сайте, и сейчас уже рекомендуется одевать две маски. Это нонсенс, такой нонсенс, я просто реально охереваю. Охереваю, потому что ты в одной маске не можешь дышать. А что тогда говорить, если сейчас людям хотят, чтобы люди одевали две маски и по-прежнему вот этот face shield или goggles, как у нас называются вот эти вот очки. То есть я реально просто, ну, в шоке. Вот вам нововведение. И CDC, этот веб-сайт, они говорят, центр по борьбе с заболеваниями, они говорят о том, что вот этот вот мутированный вирус, который пришел из Англии, да, значит, вот эти стартуют новые кейсы, он распространяется намного быстрее. Значит, и вот эти вот две маски, если у вас нет 95, они защитят вас в 90, там что-то 95 или 98%, значит, от распространения этого мутированного вируса. Вот, пожалуйста, вам какие новости. И, как говорится, решайте сами, к чему катится мир и что вообще в жизни, как говорится, в мире происходит. И сейчас нам одену две маски, мало того, что хотят там уже делать мазок из заднего места, простите, этот на вирус. Теперь уже две маски, они уже сами сочиняют, не знают, что они хотят вообще от людей, что они хотят делать и как они хотят вообще вакцинировать всех. И, в общем, ну это...
все, у меня просто, нету слов. Все, уже все, все слова, короче говоря, исчерпаны. Вот, как говорится, делайте выводы. Всем пока-пока.